Эй! В заведении с оружием вход воспрещен. Хотите остаться? Сдайте пушку. Конечно, месье. По правде говоря, мы просто гардероб искали. Давайте. И развлекайтесь. Не волнуйтесь. Полагаю, небольшая разведка в такой ситуации необходима. Ну давай, не робей. Я не спешу. Так что можешь не торопиться. Ну, это... Это у тебя в первый раз, да? Да, верно, мэм. Ничего страшного. Нас никто никуда не будет. Вороны Лондона. Они объединяются. Генерал-майор Лап. Маркиз, ну вы нашли время. Надо выбираться, и быстро. У меня есть то, что надо. Если одна из дам сможет заглянуть ко мне в карман... Давай сюда. Достаточно, месье? Более чем достаточно. Тогда, может быть, пойдем в номера? Ты готов, дружок? Тебе понравится, обещаю. Сюда, милый. Сюда. Эй! Эй! Что вам надо? Вы ошиблись комнатой. Где этот лягушат? Он вон там. Он с другом. Эй! Иди отсюда! О, привет! Ай! Toutes mes excuses, madame. Ну, месье, что будем делать? Посторонние. Берите оружие. Вперед! Лафайет. Мы разворошили гнездо. Стойте на страже, маркиз. Я должен проникнуть туда. Буду бдительный. Thank you.
цели. Мятежник убит! Чисто! Быть может, крыша не лучшая идея, месье? Да, вы правы. Поищем другой путь в больницу. Я нашел выход. Слишком легко. Сдается мне, нам тут не рады. Будьте бдительны. Лучше не привлекать лишнее внимание. Посмотрите, Бог не хоронил королеву. Марш! Лафайет, не высовывайтесь! Избавиться от снайпера! Ты. Понял вас, месье. Цель уничтожена! Перезаряжаю! Укрытие, месье Галахан! Мятежник убит! Маркиз, за вами улица! Надо торопиться! К повстанцам подойдет подкрепление. Прохода нет! Через здание!
прошел. Месье, из того здания выходит стрелок. Беглецу конец. Со стрелком покончено. Повстанцы, во дворе! Месье, я вступаю в бой внизу. Вас понял, маркиз. Больно! Цель уничтожена! Господи боже! Мало не показалось. Весьма увлекательно. Месье, разрушите! Больше некого звать на помощь. Мы почти вернулись. Я перезаряжаю! Прикрой! Цель уничтожена! Надо скорее убраться с улицы. Вам помочь с фургоном, месье? Вам помочь с фургоном, месье?
Персиваль, вы слышите? Это бесполезно. Здание блокирует сигнал. Плоды прогресса. Дайте монокуляр. Вижу цель. Госпиталь в 2 милях к западу. Видите наших? Пока нет. Вон, наверное, они. Ну что, идем на бал? Только сначала друзей вызови. Штаб, это Галахад. Вызываю все подразделения в окрестностях Уайтчапела. Штаб, это Галахад. Вдумайтесь, месье. Мы здесь без приказа. Лорд-канцлер будет крайне недоволен. Я совсем не хочу по трибунал. Не время об этом думать. Сэр Галахад, это Страж 5. Мы на северо-востоке от Уайтчапела. Таков приказ. Страж 5, это Галахад. Нужна поддержка с воздуха. Вас понял, сэр Галахад. Подаем сигнал синим и красным светом. От вас требуется подтверждение для коррекции курса. Сэр Галахад, это Страж 5. Мы определили ваше местоположение. Курс изменен на 224. Мы займем позицию над Уайтчапелом через 8 минут. Принято, Страж 5. По прибытии ожидайте приказа. Вперед. Стойкий запах болезней. В ваших парижских трущобах аромат получше? Дерьмо пахнет дерьмом в любой точке света. После вас. Лафайет! Не волнуйтесь, месье. Я цел. Полукровок? Терпение, маркиз. Опять это слово терпение. Всегда терпение. Заряжаю! Хватит, Джимми, пошли! Давай, я прикрою! Есть, сэр! Давайте ходу! Живо! Давайте, ходу! Бегли, сука! Я не могу прицелиться! Перезаряжаю!
один из них! Констебль, не высо... Решили пропустить Пинту? Мы встретили сопротивление. Повстанцы, на удивление, хорошо вооружены. Вот маркировка. Узнаете? Один из наших. Где вы это взяли? Идите за мной. Такого арсенала хватит на небольшую армию. Здесь есть вооружение, созданное Орденом. И Грейна даже нашла разрядник. Не знал, что мы теряли партию оружия. Мы не теряли. Вот, помогите-ка мне. Загляните внутрь. Ну что там? Эссекс М-86. Термитное ружье. Его же только недавно испытали. Тут даже номер не присвоен. Как эти образцы попали к повстанцам? А вот это я намерен выяснить. Прошу прощения, сэр. Вас ждут наверху. Наш выход. Мадемуазель требует нашего внимания. Играйна, мы уже здесь! Наконец-то! Вперед! Да где ж вас носило? Вас понял. Там! На крыше! Вижу их! Нужна ракета, инспектор! В укрытие! Перезаряжай! Беглецу конец! Эй, туда! Давай вглубь! Инспектор, нет! Надо ему помочь! Прикройте! И Грейн, накройте их огнем! Отбили! Несите все! За руки! Аккуратно, месье! Держу! Мы их прижали! Готовы? Понесли! У них подкрепление! Мы тут как на ладони! Месье, еще несколько футов. Порядок. Игра, идем. Помогите сдвинуть шкаф. Славно.
скалах. Придумайте, как выбраться. Уже думаю. Куда его ранило? Боюсь, легкое пробито. Вторая пуля в живот. Ты отдыхай, сынок. Все будет хорошо. Кажется, я нашел выход. Повстанцы готовятся к атаке. Всем отойти! Поджигаю! Донесем? Уже не нужно, месье. Оставьте молитвы, Лафайет. Никакой бог уже не поможет. Ладно, идем. До него не больше фарлонга. И эти недоноски будут нас там поджидать. Не подпускай, Митя! Митя, что ты делаешь? Что за болваны строили этот город? Повсюду тупики! Отлично, срезали путь. Что теперь? Лафайет, монокуляр! Они прячутся за теми колоннами! Продвигаться вперед! Вижу слабое место. Если я заберусь туда, смогу обрушить пути. Играй на Лафайет. Поддержите огнем. Осторожно! Фестиваль, за мной. Терми! Помогите-ка мне! Готовы? Галахад, взорвите мост термитом!
Лафайет, готов. Мы сейчас расчистим путь. Я заложил термит. Прошу, берегите головы. Повстанцы отступают. Идем дальше. Мы двигаемся к цели. Направляйтесь к нам. Понял. Где ваш старший офицер? Вон там. Давай. Сержант. Сэр, что рыцарь Ее Величества... Где охрана периметра? Мы слышали кое-что. Лучше не соваться. Каков смельчак? Вы слышите? Где остальные повстанцы? Именно. Тут все стихло. Это не к добру. Галахад, вы... Я видел. И что? Полукровки. Они на крыше госпиталя. Надо разогнать их. Быстро. Вызывайте. Страж 5. Это Галахад. Как слышно? Сэр Галахад, это Страж 5. Жду указаний. Страж 5. Запрашиваю немедленный сброс сонарного заряда. Подтверждаю сброс гайзен-заряда. Дайте визуальный сигнал для определения цели. Проклятие. У кого передатчик? Возьмите. Мой коммуникатор. Вот парень и пригодился. Наведение на маяк. Бросаю якорь. Сброс гальтон-заряда через 5, 4, 3, 2. Приготовиться! Выключайте все! Путь открыт. Вперед! Узнайте, откуда вылезли эти твари. Я вас прикрою! Месье, вам пригодится. Осторожней, друзья. Конечно, маркиз. Только б сработало. Что ваше хваленое чутье подсказывает вам теперь? Что мы должны быть готовы ко всему. Тоже мне новость. Признайте, вы теряете хватку. Будь я проклят. Что здесь произошло? Опять наши безумцы. Неизвестно еще, сколько народу они убили. Взгляните. Убивали всех без разбора. Никогда такого не видела. Ликантропы совсем осмелели.
Выход на той стороне. Надо искать другой путь.